уже надо начинать. Да, вообще. Потім так, звичайно, але дещо пізніше. Я хочу покурити. Катя, все нормально. Олежка зараз всіх собере. А ви где, что? Вы там то, что хотели, привезли? Ну как, да. Ну как привезли? Ай-яй-яй, девушка. Ай-яй-яй. Вы мне разочаровались. Все лица прячете. Не, ну мне пофиг, мне уже можно не прятать. Так, и музыканты. Подождите, подождите. Алло, а почему не Алекс? Алло, так, Святослава, я тут, так що есть, якщо ти десь тут, так уж на стелі, там тут є такий банер «Донецьк – це Україна», отже ти не пом... Все, все, отже там туди десь іди, ми тут. Угу. Ага, ага, Святослава. Это Украина! Донецк, это Украина! Донецк, это Украина! Прошел год, и мы не дома, все уехали, там невозможно находиться, нас преследуют, нас... Город уже не тот, город какая-то декорация пустая. И захотелось нам собраться всем, потому что дончане, проукраинские дончане, их много, их очень много. Многие в Киеве, кто-то во Львове, кто-то в Мариуполе, кто где. Разъехались все, мы потеряли друзей, потому что все поразъезжались, потеряли дома. Но все помнят то ощущение, когда мы собирались под украинскими флагами, нас были тысячи, и было так круто. Вот. Нам нужно было просто это, нам нужно было собраться. И мне кажется, что несмотря на дождь, на погоду, на холод этот, у нас было много. А самое интересное, что мы впервые собрались, и нас не побили, нас не атаковали. И не было рядом через дорогу, через кордон милиции российских флагов, нас не забрасывали взрывпакетами, не атаковали с огнестрелом. И... Это круто. Я хочу, чтобы собрался проукраинский Донецк в Донецке, на главной площади, на Ленина, которая, надеюсь, будет называться совсем по-другому. И чтобы вы все приехали туда, чтобы киевляне, львовяне, наши друзья отовсюду, из каждого уголка страны приехали и посмотрели, что такое настоящий Донецк. Приехали к нам в гости. И стояли вместе с нами за флагами. И... Чтобы у нас опять был дом.